Всем доброе-предоброе утро. Вы знаете, меня уже нисколечки не удивляет вот такая погода. Это что-то похоже на Санкт-Петербург, Лондон, но никак не юг Испании. Но вы знаете, ко всему привыкаешь. Это уже дебильная погода. Дождик был, видите? Продолжается, продолжается. Ну, вроде бы все. Завтра уже выглянет солнце. Ну, я уже привыкла к этому, к серому, бессолнечному дню. А что? Будем жить, как в Санкт-Петербурге. Редко солнышко. На море будем ездить. Только для того, чтобы на него смотреть и любоваться им. Ой, что-то в этом году весна какая-то непонятная. Лондон, Париж. Даже камера не хочет в такую погоду фокусироваться. Чарли подглядывает. Ладно, пойду завтракать и собираться на работу. Дождя-то нету. У меня еще один мужчина записан. Два мужчины записаны. Ну, знаете, не прохладно так. Ну, как не весна, не май месяц, конечно. Моя мята. Ой, а запах какой. Просто потрогала. И все. Запах такой идет. Лондон, Париж. Да, пойдем завтракать. Ты тоже позавтракал. Ему муж, когда встает, чуть дает. Поэтому он уже позавтракал. Потом он уходит. И Чарли дальше продолжает спать. Вот, сел. Все, он сел на свой стул. И все, давайте мне чучи. Чучи-мучи. Ну, на тебе немножечко. Немножечко тебе отломлю. Вот видите, сколько я ему даю. Ну, может быть, раза три. Ну, короче, одна палочка в день. Одна палочка в день. В принципе, что и написано в рекомендациях. Париж. Дождина льет, как из ведра. Пипец. Сейчас буквально за поворотом, прям тут в двух шагах, стоял грузовичок, который возит газ. Мне нужен как раз, нужна одна бутылка. Ну, бутылка, баллон. Вот такой. Я к нему, значит, подхожу, три шага. И говорю... Не можете мне принести бутылку газа? Это их обязанность вообще-то. Смотрите, кто у нас тут есть. Маленькая девочка, Луна. А, си, хугава мучу. Это сестры. Она его повезет на Канарские острова, в общем. К дочери там подарят. Маленькую девочку, Луна. Ей два месяца еще нету. Луна, она такая бояка. Тома, Чарли. Она боится, Чарли гавкает, хочет с ней играть, и она боится. И Чарли тоже боится. Гляньте, какая мордашечка. Мордашечка такая маленькая. Это Юрсай. Они не то, что разводят, у них просто много. Есть мальчик и девочка, и вот они второй раз уже у них синятки рождаются. Да, так что вот показала вам, теперь пойду работать немножко. Слышу где-то бутан. В общем, я вам не договорила. Представляете, я не знаю. Был он за поворотом, бутанщик, газовщик. Я к нему подхожу и говорю, не могли бы вы мне принести баллон вот тут за углом. Он такой, мы по этой улице по понедельникам ездит, мой напарник. Извините, блядь, простите, два шага. Ну, я так подумала, говорю, ну, это вы меня извините. И чаевые потерял, потому что бесплатно, естественно, мне его не приносят. Ну, как у них они обязаны. Вот, допустим, у нас где, в нашем городе, мы даже звоним, и они нам приносят. Когда мы хотим, во сколько мы хотим. И всегда чаевые даю. Ну, а этот потерял свои чаевые. Это вообще первый раз такое, чтобы он мне сказал, ну, как бы ответил, что, типа, не это, не его территория. Вообще это очень странно. Да, моя рыба? Ты с маленькой не играл, маленькая его так боится. Да, он большой. И в общем, вот такие дела.
осталась без газа. Ну ладно, сами привезем. По понедельникам говорю ему, я закрыта. О, извините. Я говорю, ты извини, не хочешь работать, не работай. Чесать его, чесать. Сейчас мужчина сказал, что его жену, в общем, прооперировали щитовидку. И она типа голову не может мыть. Я говорю, хорошо, подожду. Она просто голову моет. Ничего не укладывается, ничего. Ну, еще быстрее с ней управился. Дождик идет, хотел на пляж поехать погулять. Вот этим проказником. А там дождик идет. Не можем. Ну, ладно. Ой, меня уносит. В общем, дождь идет. И не пойдем мы ни на какой пляж. Потому что... И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Куда-то лодка поплыла. Так, что еще? Поеду в Лидл. Ой, блин. Там что-то должны привезти. Не помню, что, но что-то то, что-то, что мне нужно. В общем, пипец. Побежали. Смотрите, какую красоту домой купила. Блин, я каждый год эту красоту покупаю. Фу, такая духотища на улице. Дождь перестал. О, и жара, солнце выходит. Пипец. А я, смотрите, какая накулеченная. Фу, прям выходишь из магазина. Там прохладно, а здесь жарко. Ой, вот буду. Каждый год я их покупаю. И каждый год они у меня дохнут. Пахнет даже вкусненько. Красота. Ветроган. Зашла, купила дезодорант и освежитель для белья, или как там, пополаскиватель. А у нас тут праздник опять какой-то на площади. Постоянно тут какие-то праздники. Пойдем посмотрим. Что-то фламенко, наверное, какой-нибудь. Ну-ка, ну-ка. За лаком и чуть ушла без лака. Зашла в аптеку, зашла в Кико. Кстати, там туши по предложению все по 4 евро. Кто живет в Испании, не знаю, может быть, в других странах тоже такое есть предложение. В общем, купила себе тушь. Почему бы не взять за 4 евро? Стоило оно, по-моему, около 9. Я уже там все туши перепробовала. У меня как раз закончилось. Я вчера, по-моему, увидела в интернете там. В общем, купила себе. И сейчас иду за лаком. Уже собиралась домой, такая иду. Потом думаю, блин, а лак. Я же за лаком шла. Видите, это Кико, там кого-то уже выкрашают. Там, кстати, снимать нельзя. Меня один раз выгнали оттуда. Но я все равно чуть-чуть сняла. Ладно, пойду сейчас лак куплю и домой. Рубрика «Мотоцикл и поныне там» продолжается. Вот он. Родимый стоит на том же месте. Причем я хожу не в одно и то же время. Цветок еще один купила. Не удержалась. Зашла в цветочный магазин. Вот. Ну, я у нее все расспросила. Сейчас вам, короче, покажу и расскажу. В общем, вот такой цветок красивый я купила. Вот. Моя розочка малюсенькая. Я ее поставлю на тот балкончик, потому что она... Оказывается, должна быть на улице. А этот, она сказала, должен быть, в общем, у женщины. Шла мимо цветочного магазина. Гляжу, стоят вот на улице вот такая прелесть. Вот, не очень дорого, кстати. Но я зашла к ней, даже забыла, если честно, спросить, как он называется. Если вы знаете, то скажите мне, как он называется. Она говорит, его нужно поливать много. Я говорю, ну вот это моя проблема, что я много поливаю. Она говорит, ну не каждый прям день, но вот что надо поливать. И чтобы вот ему
солнце было. Ну, не солнце, а свет. Я говорю, ну, у меня на балконе солнца нет, но свет есть. Она говорит, ну, ты самое хорошее место. Это, знаете, как я лежу вот там на диване, смотрю вот сюда, и у меня вот такая красота. Что-то мне по цветам пробило. Но мне всегда цветы нравились, но просто у меня на той квартире ничего не росло, нифига. Даже мята, представляете? А тут вон какая красавица. Вонючка. А это у меня вода. Я добавляю туда вот это вот. Сейчас. Как это называется-то, господи? Обоми. Ну, вы поняли, что это такое. Бутылки, короче. И чтобы весной всегда нужно... Удобрение. Во. Удобрение. То есть вот такой у меня вид будет из окна. Классно же? Ветер, но очень тепло. Вы знаете, у нас ветер, но очень тепло. Наконец, я пока дошла, вся изжарилась. А, вот моя тушь, которую я купила. Кико, Мико. В общем, такая ультра, не ультра. Ультра, все, короче, ультра. Такая кисточка. Блин, как вам показать? Курв, чтобы у меня был такой загиб, перегиб. Блин, что-то у меня с руками не то. Видите, она загибает в реснички. Но так было написано. Вот. Запах обычной туши. Поставила вариться яйца. Сколько, не знаю, 11 штук, по-моему. Вот такой ополаскиватель для белья купила. Он был с предложением. Мне нравится эта марка, Мимосин. Классно пахнет. Вот. Так что будут у меня белье пахнуть вкусно. А лаком для работы, ну, я всегда уже много раз, всегда, каждый раз как-то покупаю, ну, не каждый раз, показываю вам. Вот такой этот Шварцкоп. Все перепробовала, мне вот эти больше всего нравятся, лак. У меня много продукции на работе от именно Шварцкоп. Поэтому краски есть тоже от Шварцкоп. Пользуюсь. Мимосин, да нам сюда. Надо стиралку, чтобы поставить мне с цветным бельем. И буду сейчас, надо, чтобы они хорошо у меня сварились. Поставила на семерочку. Обычно всегда прям на девятку ставлю. Но они от того, что быстро нагревается вода, лопаются несколько яиц. Поэтому поставила на семерочку, чтобы не очень лоп... И чай попить. Я, знаете, все проветривала и немного замерзла. И вообще сегодня, по-моему, чай не пила. А я купила в Лидле ройбуш шоколадный. Вкусный такой. Ну вот, помните, я показывала вам другой. Прям там шоколад был. Он вкуснее был. Он, по-моему, продается в специальном магазине для чаев именно. Вот этот Липтон пакет. Липтон, Липтон. Выпью Липтон. И все. И пойду себя купать. Полы вымыла, пыль протерла, посуду вымыла. Но ее немного было, поэтому... Я же не готовила ничего. Обычно, когда готовишь, посуды моя. А так нет ничего. Надо шторочку закрыть тогда. Ну, с девчонками болтаемся, собираемся к Пасхе. Сидеть, красим яйца. Все купаемся. Даже если не убираешься, то уж купаться точно надо. В общем, наступают такие, знаете, волнительные дни, скажем так. Ледовочки мои стоят. Но они еще зеленые. Поэтому ничего им не будет. Классный, гляньте какой. Сейчас хряпну, может быть, немного. Чайник. Ладно, будем дела делать. Вот такие у меня яйца получились. Я их всех покрасила в зеленый цвет. Конечно, не фонтан, но для обмена годятся. Вот.
Я уже вышла из душа, поставила машинку стирать. Чисто четверг. И буду с вами прощаться до завтра. Что там по обычаям надо позавтра, завтра надо делать? Наверное, все то же самое. Убираться, готовиться к Пасхе. К светлой Пасхе. Мы готовимся. А в субботу уже буду салатик делать. Шашлычок мариновать. Что там я еще-то собиралась делать? Уже и не помню. Ну, это... Поживем, увидим. Всего вам самого лучшего. Будем прощаться с вами до завтра. Всем пока-пока!